Привет, уважаемый зритель! Лифан КПТ-200. Очередная китайская возможность почти на шарка приблизиться к минимальному уровню комфорта на дороге. Взрослого мотоцикла какого-то. Здесь сзади колеса 130-я резина. Впереди тоже там 120-я, наверное, не знаю. Ну, в общем, она уже пошире, чем на каких-то козликах маленьких. И ямки, конечно же, проглатываются более спокойно. Мотоцикл этот, вон написано Travel, ребятки. Ну, конечно, для дальних поездок он слабоват. Естественно, здесь крейсер, сотка, максимум 115. Но вот относительно других мотоциклов, допустим, Лося 250-го, 300-го, я посматривал эту сторону, этот имеет те ништяки, которые очень полезны. То есть центральная подножка, стоки идут, дуги безопасности, которые, либо как-то они называются по-другому, спасают. Естественно, они очень хорошо в данном случае ходят в общий дизайн. Бывает колхоз какой-то, там что-то налепит, оно не катит. Здесь все очень гармонично по эстетике лягло. Дальше, бескамерная резина, ребятки, где-то там в путешествии застрять с этой камерой, это жопа. Вот, центральная подножка, развитая система багажная, ребят, шадовские кофры, это очень хорошо, удобно. Вот так вот раз, снял, вот я сейчас не буду, что оно туго, взял за вот эту ручку, здесь светоотражатели есть, и пошел, тоже, естественно, касается и второго. Центральный кофр тоже довольно-таки емкий, здесь, ну, не знаю, литров 30, наверное, тоже светоотражатель. Довольно-таки хороший багажник здесь, я так понимаю, стоковый. Мотоцикл хороший. Здесь вот такое водное охлаждение, вернее, жидкостное, да? Вот такой движок, 200 кубов. И, как я уже сказал, 115 максималка, конечно, это мало. И, ребят, этот мотоцикл не для города точно, потому что очень короткие передачи. Ставят на 17 звезду переднюю, здесь сток 16 стоит. Поэтому, если вы... ну, небольшой человек, и собираетесь ехать в одиночку, я думаю, имеет смысл поставить звезду на 17. Вот, передняя часть, перья такие толстые уже. Свет, ребят, я сейчас позже покажу. Что хотел сказать насчет седух. Естественно, вот в сравнении с CB125 моей, я дальше поставлю этих два мотоцикла, буду сравнивать. Кто, допустим, пока колебается и включает вот варианты и этот, и тот. Ну, либо подобные там 150-ки какие-то. Именно рассматривая Сибиху, потому что тот мотоцикл, он хоть и не такой мощный, там нету этих всех ништяков, кроме центральной подножки, там, но там все решения в основном, они очень грамотные, все очень удобно и просто. Здесь, например, вот я сейчас покажу вот такой момент. Вот, например, подножка, да, боковая, раз, мы видим, да? То есть, да, она не стоковая, вот эта опора, но ее длина, думаю, вот обычная. Раз, все, то есть дополнительное движение. Нейтралка тут так себе ловится, не знаю, у кого как, у меня очень хреново ловится она. Тут дубовое у меня сцепление так получилось. Ну ладно, короче, это такое дело. Возможно, тут уход за мотоциклом и субъективные какие-то вот эмоции мои. Ну, естественно, обстоятельства, в которых он эксплуатировался, он тут... пару раз прикладывался уже, вот там это самое, радиатор так выглядит, никакой защиты двигателя нет. И давайте, ребятки, покажу. Значит, ага, вот таким образом вставляем ключ, седуху заднюю открываем, вот тоже болтается тут все, то есть оно закрыто вот таким образом. Я дальше сделаю более уже глубокий подробный обзор, вот сравню с Сибихой, покажу, что мне нравится, что не нравится относительно моего первого мотоцикла Honda CB125. Ребят, насчет света. Вот приборочка, то есть вот дальний, ближний, ближний здесь вообще никакой. То есть он обозначает ваше присутствие на дороге просто. Дальний, ну чуть получше, но, ребят, вообще, то есть для дальняков тут речи нет, какой travel может быть с таким светом. Вот раз, это фара, вот тоже особо не добавляет он никакого эффекта, потому что очень рассеянный свет, то есть он не бьет в точку. Фокусировки никакой нет. Рассеянный такой заливной приятный свет. Это где-то так включил. С ребятками приехали вы так, чтобы осветить там лагерь ваш. Но чисто пробить куда-то вдаль вообще не годится. Значит, что касается посадки, ребят. Я сейчас попробую присесть на мотоцикл и покажу ноги. То есть здесь у меня рост 179 там, или 178. Ну, честно говоря, ноги так нормально сгибаются. То есть, ну, сильно даже, я бы сказал. С
слишком. Я бы хотел немножечко повыше, конечно, сидеть. То есть, ребят, абсолютно это никакой турендура, да? То есть это такой вот, не знаю, мелкий круизер, или напишите, в какую категорию, какой класс его включить. Насчет зеркал, ребят, вот хотел бы, ну, мое субъективное, опять же, мнение, что надо все-таки зону видимую делать с акцентом на низ, а не наверх. То есть меня не самолеты, угроза, да, интересует, а машины. То есть я не вижу, что здесь с этой стороны. Можно, и к тому же оно, ну, регулируется, ну, короче, не очень. Вот вниз оно так плохо идет. Ну, хотя идет, ладно, можно выставить. Хорошо, хоть здесь подъемчик какой-то есть. Ну, вот так вот оно уже вниз, просто вы поняли, не ложится. То есть я вообще вот так вывернул бы. Эта штуковина, конечно, вибрирует. Ребят, вибрации есть, может быть, конкретно в моем экземпляре. Что-то тут уже вышло из строя. Может быть, там вот труба там чуть-чуть отошла. Сейчас покажу. Вот здесь. Вот такие дела бывают, а чего непонятно. То есть, ну, может быть, там от падения минимального какого-то. Вот так, ребятки, покажу поближе все. Тут светосилу у камеры хреновая. Есть люфт в маятнике, терпимый, но есть. То есть это надо все делать, вытачивать, там подшипничек подбирать. Вот. Ну, а коробка, ребят, вот люфт, вы видите, элементарно, да, подлаживается там какая-нибудь шайбочка. Вот, но он есть, то есть... В большинстве китайских мотоциклов это вот такая вот работа практикуется. Ну, посмотрим. Да, есть какая-то посторонняя вибрация, ну, посмотрим. Мотоцикл это так, очень мне он нравится именно вот этими ништяками. То есть, в первую очередь, конечно же, багажной системой. Все остальное пофиг. То есть, на Хонде, да, можно было там сумки какие-то прицепить, но, опять же, ну, особо... как бы вот этим мотоциклом он не вырывается вперед от Хонды. То есть максималка почти та же. Багажники эти, ну, ямы лучше глотают. А так особого, просто что сидуха лучше здесь. Ну, вот оно все по чуть-чуть набирается, понимаете? Вот. А так, на самом деле, расход здесь такой же. Вот в плане мотора жидкостная, там, воздушная. Честно, я и воздушным как бы не против пользоваться, чтобы поменьше там лазить, следить за каким-то уровнем. Мотоцикл должен... Это внушает чувство уверенности. Более уверены многие качественные мотоциклы без этого вводного жидкостного охлаждения ездят там 50 километров, 1000 километров и так далее. Поэтому я бы, честно, и отказался от него. Ну, уже есть, так есть вариантов. КПТ вот такой, типа, имеет ресурс повышенный. Ну, цвета разные. Вот серый лучше всего, я думаю, красивее. Поворотики, мелкие повороты, диодные, пикалка. Чуть ржавеет, конечно, вон вот такие вот места есть. Ну ничего, тут чепуха, там щетка какой-то наждаком. Все, ребят, обязательно буду какие-то делать минимальные там наблюдения. У меня на канале там больше по ножам, по разным инструментам для путешествий. Ну, мотоцикл тоже для меня один из основных моих помощников, друзей в этих вот направлениях. Поэтому буду кое-что, может быть, модернизировать, кастомизировать, исправлять и, естественно, снимать обзоры на дальняки. Все, всем пока. Если силы остались, ставьте лайки. Буду очень рад. Пока.